Огромнейший всем привет! Сегодня будем делать красивые и простые в исполнении бантики. Но для начала хочу познакомить вас с очень классным интернет-магазином для рукоделия «Лали-Ли». Магазин находится в России, город Чебоксары. Прием заказов осуществляется в группе ВКонтакте. Ссылочка на магазин, как всегда, в описании под видео. Там же я оставлю ссылку, где можно будет более подробно ознакомиться с правилами доставки и оформления заказа. Хочу уточнить, что весь представленный ассортимент в группе в наличии. Помимо материалов, в группе проводятся различные конкурсы и лотереи. Так, 25 декабря будут подведены итоги конкурса за активность. Будет 3 победителя. Так что подписывайтесь, участвуйте и, конечно же, побеждайте. А сейчас я немного расскажу о своих покупках. Это уже как закон, в моих покупках всегда присутствует эко-кожа. На этот раз заказала глянец, хамелеон, пайетки и на пробу взяла один листочек виниловой пленки. Но выбор в магазине просто огромнейший. Не меньше и ассортимент фатина, а цветовая гамма не может не радовать. Качеством я довольна, он достаточно плотный и не осыпается. А с лентами, которые я приобрела в магазине Лали-Ли, мои бантики будут просто королевские. Декор, различные серединки, подвески, патчи, стразы – это неотъемлемая часть любого бантика. Они придают изделию завершенный вид, законченность. В этом магазине вы окунетесь в мир творчества и подберете себе материалы на любой вкус и цвет. А хозяйка этого магазина очень доброжелательна и приятна в общении, поэтому по всем вопросам можно написать ей лично. В конце декабря будет ровно 3 года, как я занимаюсь бантиками. И наконец-то свершилось чудо. Я приобрела себе шаблоны. Раньше я и не задумывалась над тем, что шаблоны мне будут в помощь, старалась обходиться без них и не видела смысла тратиться на этот материал. Всегда думала, что лучше потратить деньги на красивые серединки или что-то иное, но теперь мое мнение кардинально изменилось. Во-первых, это намного удобнее и практичнее, а во-вторых, дает больше полет фантазии. По крайней мере, я сделала для себя такие выводы, комбинируя различные формы и размеры. Ссылочку, где я приобретала эти шаблоны, я оставлю в описании под видео. Это будет страничка в Instagram. Как видите, заказала их я много. Это и классические шаблоны бантиков, трезубец, снежинки, различные цветочки, веточки, единорожки. Работать стало одно удовольствие. Так что по своему опыту хочу посоветовать, если вы всерьез хотите заняться этим делом, не поскупитесь и приобретите себе качественные шаблоны.